Сегодня на практике в систему образования внедряются современные технологии. В городе прошел семинар-презентация. В Витебск прибыли величайшие святыни православного мира. Плохое настроение и упадок сил. Психологи дают рекомендации, как побороть осеннюю депрессию. В Витебском филиале Высшего государственного колледжа связи прошел семинар-презентация «Современные технологии в образовании». В нем приняли участие педагоги, представители городской администрации и отечественная компания, которая занимается производством высокотехнологичной аппаратуры для учреждений образования. Сегодня любое учебное заведение стремится иметь в своем арсенале самое современное оборудование, чтобы активно использовать его в образовательном процессе. Новые технологии позволяют идти в ногу со временем и выпускать на рынок труда высококвалифицированных специалистов. Лингофонные кабинеты, интерактивные доски, мультимедийные классы, мобильные и цифровые планетарии, электронные журналы – этим сегодняшних студентов и школьников уже не удивить. Несколько лет назад о таких новинках в учреждениях образования даже не мечтали. Однако уже сегодня педагоги готовы делиться опытом в освоении новой техники и отмечают значимость проведения подобных семинаров. На сегодняшний день техника такими семимильными шагами идет, поэтому все меняется, и меняется в процессе образования. Поэтому нам нужны современные технологии в образовании. И вот мы заинтересованы, чтобы такие семинары проводились с производителями, которые могли бы раскрыть возможность этой техники и показать, как мы можем их использовать в учебном процессе. А мы уже будем решать, какие задачи у нас стоят и какие результаты с использованием этой техники мы получим. Поэтому мы очень заинтересованы в таких вот встречах, в таких вот семинарах. В рамках форума состоялась презентация нового высокотехнологичного оборудования для учебных заведений. Его производством занимается отечественная компания. Монитор, системный блок, паутина из проводов – все это уже отходит на второй план. На смену приходят персональные компьютеры размером с бумажник и суперсовременные энергоэффективные моноблоки. Энергоэффективность каждого моноблока перед старым компьютером очень значительна. Я могу сказать сразу, что до 30 кВт в сутки экономит одна школа, если применяет вместо старых компьютеров просто моноблоки. Это уже замерено, известно. И наша техника являлась лауреатом 11-го международного выставки, специализированной выставки энергосберегающей технологии и ресурсы, которая проходила в Минске. И да, действительно, там мы показали уже самое-самое последнее, что можно было сказать в слове по энергосбережению, энергоэффективности. Преимущество отечественного оборудования налицо, говорят специалисты. Бренд «Сделано в Беларуси» – это всегда высокое качество. Самое главное преимущество, которое должны знать и учитывать каждый потребитель отечественной продукции, это вопросы гарантийных обязательств. То есть, если вы работаете с белорусским производителем, вы знаете точно, что здесь гарантийные обязательства соблюдаются четко, ясно, все как описано в договоре. Вы знаете, что сервисный центр находится не за 3-9 земель. Вы знаете, что вы сдаете не импортную продукцию, которая должна через границу уйти, там, и там вам то ли деньги вернут, то есть это месяц бывает занимает. Все сталкивались, наверное, с этим, телевизор там сдать или монитор какой-нибудь. Здесь же совершенно иная ситуация. У нас собственное производство, и у нас ресурсов для решения гарантийных обязательств гораздо больше. Подобный семинар-презентация уже в ближайшее время пройдет в Гомеле. Сегодня белорусские педагоги готовы делиться своим опытом в освоении новой техники. А если учесть, что процесс модернизации образования в Беларуси идет довольно активно, эти знания будут как нельзя кстати. В Витебск прибыли величайшие святыни православного мира. Чудотворная икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей и уникальный крест-мощевик, в котором находится 50 частиц святых мощей Божьих угодников. Сейчас эти святыни находятся в Свято-Троицком Марковом мужском монастыре. Желающих прикоснуться к ним немало. Образы признаны чудотворными, потому что обладают исцеляющими свойствами. Крест-мощевике очень уникален тем, что в нем находятся очень редкие частицы мощи святых. Всего их, как я говорил, 50 насчитывается. Среди них есть особо почитаемые святыни, такие как ветхозаветных святых, таких как Бога Отцов Иакима и Анны, святого Иоанна Крестителя. Есть частицы мощи святых апостолов всех 12, и в том числе апостолов Луки и Марка. Также есть частицы древних отцов церкви, святых Спиридона Тримифонского, святого
Иеронима Стридонского, блаженного Августина, святых архидиакона Лаврентия, архидиакона Стефана, особо почитаемых. А также есть в кресте частицы святых жен. То есть нужно сказать, что не только мужчины находятся в этом кресте, святые, но есть и жены. Это среди них Мария Магдалина святая, наверное, всем известная, святые мученицы Агния, Лукия, Екатерина и Анастасия, Возрешительница. Наверное, нет ни одной православной семьи, в которой бы не знали про блаженную Матрону Московскую. Эта святая родилась не просто слепой, а была вообще лишена глаз от природы. Тем не менее, именно ей Господь дал необыкновенную духовную силу, в том числе и дар исцеления. Долгие годы она верно служила православной церкви. Святая предсказала, что будет Великая Отечественная война и что будет победа. Умерла Матрона в 50-е годы минувшего столетия, а к лику святых ее причислили уже в начале 2000-х. Икона с ее изображением, которая сейчас находится в Марковом мужском монастыре, уникальна тем, что в нее вмонтированы частички мощей святой блаженной Матроны Московской. Последние слова, которые она говорила, что люди, которые приходят ко мне, будут приходить ко мне, я буду всегда их встречать после их смерти. И нужно еще добавить, что она говорила, что когда вы будете приходить ко мне, к моей иконе, почитать меня, молиться мне, я всегда буду вас слышать. И приходите ко мне как живой, я буду вам всегда помогать. Поэтому вот эти слова нас как бы воодушевляют. Молиться ей, приносить ей вот эти свои душевные скорби, свои какие-то нестроения, попросить у нее помощь. Почему вот мы именно почитаем святых, почитаем их иконы, почитаем их мощи, поклоняемся, молимся им? Потому что, как так сказать, к Богу и там, к Божьей Матери мы как бы это особо молимся, но все-таки понимаем, что Господь так находится далеко от нас. А вот святые люди, особенно те, которые жили буквально в наше время, вот как-то так чувствуется, как будто они как бы ближе к нам. И особенно, конечно, мы их почитаем и молимся. В Свято-Троицком Марковом мужском монастыре святыни пробудут до 12 октября, после чего вернутся в свою обитель, Смоленскую область. Плохое настроение, упадок сил и головная боль – это лишь немногие проявления сезонной депрессии. Существует много причин так называемой «осенней хандры». По мнению психологов, это вполне естественное явление. Осенью не хватает солнечных лучей и тепла, что в особенности касается жителей северных регионов. Организм человека с наступлением осени перестраивается на другой режим, и это дается ему непросто. Да и психологически трудно смириться с тем, что летний отдых остался уже в прошлом. Каждый второй житель планеты, к сожалению, сталкивается с проявлениями осенней депрессии. И, опять же, к сожалению или к счастью, большинство из них – это женщины. Ну, какие же симптомы говорят о том, что мы столкнулись с проявлениями сезонной депрессии? Ну, это, во-первых, утомляемость, раздражительность, частая смена настроения, плаксивость, угрюмость, негативные какие-то мысли отрицательные. Проблемы со сном. Это может быть бессонница ночью и, наоборот, сонливость в дневное время. Конечно, в сентябре многие довольно бодры, и этому способствует погода. Бабье лето, листопад, яркие краски. В октябре уже сложнее. День становится ощутимо короче, а ночи длиннее. Чтобы справиться с осенней депрессией, именно сейчас очень важно принимать витамины и вести здоровый образ жизни. Психологи опять же рекомендуют употребление продуктов, которые благоприятно воздействуют на наш организм. А таковыми являются банан, шоколад. То есть это продукты, которые способствуют выработке гормона серотонина в нашем организме. Это всевозможные сорта морских рыб и так далее. Ну, что бы еще хотелось порекомендовать, это, конечно же, физическая нагрузка. Активные пробежки утром, вечернее время прогулки на свежем воздухе. Это может быть бассейн, это может быть, скажем так, активные физические упражнения в спортивном зале. Почаще бывать на свежем воздухе, потому что одним из признаков и, скажем так, факторов, которые влияют на развитие сезонной депрессии, является нехватка солнечных дней в это время года. Свежий воздух, общение с друзьями и легкие физические нагрузки. Юмор, музыка, книги и максимум положительных эмоций. Именно так люди борются с сезонной депрессией. А многим данная проблема и вовсе не знакома. Я спортом занимаюсь, мне всегда хорошо, и осень я не чувствую. Витаминки, наверное, надо принимать.
и заниматься спортом. Мне сезонная хандра и депрессия не знакомы, потому что рядом со мной есть близкие люди, которые всегда меня поддерживают. Единственное, что угнетает вообще, это учеба. Это просто учеба и все. А так все в порядке. Всегда везде надо искать хорошее, позитивное. Вот, в принципе, все. Быть в хорошем настроении пытаюсь постоянно, поэтому хандра мне не знакома. Это встреча с друзьями, хорошая погода, чашечка кофе, теплый плед, ну, уютная, хорошая обстановка дома. Абсолютно нет никакой хандры. Мне очень нравится осень, люблю листья. И когда чуть-чуть становится хандра, как вы говорите, я иду на улицу, шуршу листвой, и очень приятно. Сейчас есть солнечная погода, это меня уже радует, наверное. И я надеюсь, что не будет дождя. Для меня осенью дождь – это самое противное. А так, ну, не знаю, витаминчиков побольше, больше физической работы, ну и приятных людей, ощущения. Пока октябрь радует нас теплыми солнечными днями, поэтому многие стремятся использовать любой удобный случай, чтобы подольше бывать на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Осенью главная задача каждого из нас – вернуть в свою жизнь яркие краски. Как это сделать, каждый определяет сам. Проявите творчество и смело шагайте вперед. И не стоит забывать, что осенняя депрессия – это всего лишь сезонный недуг.